Анализируя представленное сторонами по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Навального офицера в совершении преступления при изложенном приговоре обстоятельства полностью доказана. Доводы Навального о его уголовном преследовании по политическим мотивам ничем не подтверждены, не приведено стороны защиты ни одного доказательства о заинтересованности и предвзятости должностных лиц, расследовавших уголовное дело, и лиц, дававших экспертное заключение. Суд приговорил Навального Алексея Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ в редакции Федерального закона номер 26 ФЗ от 7 марта 2011 года и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.